Я накипела. Почему мне мама не говорила, что если я выйду замуж, ему надо будет столько всего готовить? У него не рот, а бездна какая-то. Я уже устала готовить, а он постоянно что-то хочет. Вот, пожалуйста, вот компот тебе, пожалуйста. Вот тебе суп, пожалуйста. Сейчас будут наггетсы еще. Вот еще, пожалуйста, оладьи напекла. Но сколько есть, то можно, я не понимаю. Ему каждый раз еще что-то надо готовить. Почему мне мама сразу об этом не сказала? Я бы не пошла замуж.